Хочу с шторм. По всей видимости... А, нет, причаливать нам не нужно. Нам нужно тихо исследовать окрестности маяка и узнать, что там происходит. И что же там происходит? О, господи! Уничтожьте корабли тараном! Сейчас кто-то получит. Ах ты, черт, я отвлекся. Давай. Давай, 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 доворачивай. Иди сюда, тварь мелкая. Догоню. У тебя парусов маловато. Давай, 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 давай. Ха-ха, не рано. О, получи. Вот вам и покатались. Да. Жаль, что все так просто, и ты просто понимаешь, что можешь уничтожить сотню кораблей. Если бы я не на таран не шел бы, я бы это сделал гораздо быстрее и еще легче. Без всяких рисков. Я что-нибудь за это получаю, интересно? У меня по-прежнему 3 фунта. Ладно, по крайней мере, я за это получаю, ну, какую-то долю веселья. Давайте еще одно. Мертвый час. Давайте выполним. Преследовать печально известный пиратский корабль Сент-Джеймс. Приступить. Хочу шторм. Нет, шторма не будет. Давай же, давай, наводись, наводись, наводись. Наводись, тварь, ладно, плевать. Давай, доворачивай. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Пока не ушел. Что-то должно было попасть. Да ладно! Вот это я чуть не упоролся. Так, мне его надо преследовать или уничтожить? Повторим задание.
преследовать нужно. Преследовать. Проберитесь на Джеймс. Ни хрена себе. Черт, осторожно, сэр! Нужна скорость на всех парусах! Ну а теперь догоните и вступите в бой. Я им сейчас всю жопу отстрелю. Интересно, сколько я его этой мелкой пушкой буду убивать? Блин, да он такого же класса, он с такими же парусами, как я его догоню-то. Если бы можно было из этой пушки самому целиться, я бы еще как-то понял, может быть. Не-не-не-не-не, давай без заворотов. Рифы, рифы. Сейчас стрельнет твою налево. Внимание, левый борт. Хо-хо-хо. Давай залп. Как бы мне... Тихо, тихо, тихо. Давай дальше. А вот это будет вкусно. Черт, на нас на таран идут. Рано стрельнул. Фак. Ну заряжай. Давай, давай, давай. Блин. По сигналу. Огонь. Прощай. Нужна скорость на всех парусах. Весело. Но однообразно, знаете, вот миссии еще 5 таких, меня будет от них тошнить. Все-таки нет, не корсары. Не корсары. Красиво, но не корсары. Ну, туман. Интересно. Хорошо, ладно. Я так понимаю, что все морские задания исчерпаны. И теперь... Вот это что такое? Знак тамплиеров. Знак тамплиеров. Погоня. Что за погоня? Разыщите суда, угрожающие Мартос Виньярду. Да. Это что-то другое, по-моему. Славно снова выйти в море. А вот небо мне не нравится.
Для вас и восход солнца дурной знак, мистер Фолкнер. И где эти рейдеры? Бог знает, где их носит. Наверное, к востоку у побережья. Мисс Мэнди говорит, там в шкерах полно британских канонерок. Они угрожают Виньярду. Вижу одну мелкую. Это союзник. По курсу парус! По местам! К бою! Там атомный взрыв. Поздно вмешиваться. Давай, давай, давай. Надо защитить мирное время. Удерживайте англичан, пока он не придет. Поворачивай. Все отлично. О, волна пошла. Ведь всегда бы так, а? Так же гораздо веселее. Вот это прибой. Вот это море. Выруби ты камеру. Дай мне управление. Я сразу на все нажал. Так, уже половина здоровья практически у торгового судна осталось. Я бы его сам не затаранил бы. Да вруби ты мне управление, черт возьми. Пока тут показывают, что типа канонерки, которые я и так на миникарте прекрасно вижу. Торговое судно подохнет 8 раз. Ну отлично. Вот вам и камера. Кто по ним стрелял-то? Я эту фигню даже догнать не могу. Чтоб вперед, например, уйти. Принимать огонь на себя. Черт, вот это я сплоховал. Окей. Я думаю, все нормально пока что, хотя... Мины! В смысле используйте? Да, капитан. А капитан это я. Окей. Сейчас будет весело втройне. Да я ж по мине прям выстрелил. Отлично. Дальше. Ух ты. Это кто это по мне? Уже сумел. А, о, нифига ж себе. Гори в аду. Черт, 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 черт. Стоп.